Друзья, приветствую всех на канале Атамон Лайф. Сегодня я снимаю свое очередное видео, в котором мы с вами попробуем угадать, кем и где я буду дальше работать. Та, что одежда на мне сейчас находится, она неспроста, просто так на мне. То есть это будет моя рабочая, так называемая, форма, если мы можем так назвать. Это строгий костюм. Как вы знаете, в 2020 году, в июле месяце, я заканчиваю учиться на профессию хотель-фахман. Это профессия, связанная с работой в отеле. И после этого есть определенные перспективы работы в отеле. Но по ряду случаев, которые произошли в моей жизни и перспектив, которые образовались на моем жизненном пути, я решил по окончании учебы на профессию хотель-фахман изменить свою специфику деятельности и пойти работать на совершенно другую работу. Сейчас, в данный момент, у меня там идет пробоцайт, пробный период, с 1 января 2020 года, и как раз-таки вот эта форма, это одеяние, в которое я одет, является моей рабочей формой. И если вам интересно, что это за работа и где я планирую в дальнейшем работать, обязательно напишите в комментарии ваше мнение, ваши догадки по этому поводу. И я думаю, что кто-то из вас все-таки догадается, где я в дальнейшем буду работать в 2020 году и чем я буду заниматься. То есть напишите, пожалуйста, что за профессия, либо чем я буду заниматься. Как я сказал, с 1 января 2020 года у меня идет пробоцайт, так называемый, который заканчивается в июле месяце, полгода он будет. Это связано с тем, что я еще в данный момент обучаюсь на профессию хотель-фахман. И когда я устраивался на эту работу, я обговорил с шефом, что я должен в любом случае доучиться, так как я уже 2,5 года проучился, получить диплом хотель-фахмана. Возможно, он мне когда-то пригодится. Возможно, вообще никогда не пригодится. И уже потом я начну полностью работать на том предприятии, которое я сейчас устроился. Сразу скажу, это одна из больших организаций в Германии, одна из больших, у которой очень развита своя сеть по всей Германии. Догадываемся, пишем, я жду ваши комментарии с вашими догадками. И как, знаете, не странно, когда я приехал в Германию, мне многие писали, что зачем ты вообще пошел учиться на профессию хотель-фахман, зачем тебе это надо, иди работай на завод, иди работай на стройку. Ну, получается, друзья мои, что прожив 5 лет в Германии, немножко больше, чем 5 лет в Германии, первоначально пройдя шпрахкурсы, выучив язык, потом практически отучившись на профессию хотель-фахман, я нашел себе совершенно другую работу, не связанную ни со стройкой, потому что на стройке как бы в таком одеянии работать ты не будешь. Ну, если в качестве прораба, может быть, и то нужна каска дополнительно. И у меня ее нет на голове, как вы понимаете. Я не буду в такой форме, как вы понимаете, нигде работать, ни на каком заводе, ни на какой фабрике по переработке того либо иного. Все пока что получается в моей жизни. Вся эта история с моей работой началась еще в прошлом, 2019 году, где-то приблизительно в октябре месяце. И вот тот период с октября до декабря месяца был важным периодом в моей жизни, когда я проходил собеседование, когда у меня были пробные рабочие дни по этой специальности. И вот уже с 1 января 2020 года я официально подписал все документы и сдал их, и получил так называемый ответ «да» и возможность работать в этой большой организации. Пишем комментарии, я буду ждать ваши комментарии. Если вам это видео понравилось, как всегда, ставим лайки, подписываемся на канал Atamon of Life. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих новых видео и без байт. Чус!